трибуны. За прохождением колонны наблюдали почетные гости, ветераны Великой Отечественной войны. Что касается акции «Бессмертный полк», то она в этом году пройдет в режиме онлайн. Ну а вечером небо над столицей украсит праздничный салют. Наш канал покажет его в прямом эфире. Начало это в 22:00. Все спортивных «Адидас». Ну что же, в эти минуты техника после парада, как мы видим и наблюдаем вместе с вами, уже возвращается к месту дислокации, на площадку в Печатниках.